На базе Одинцовского центрального молодежного инновационного творчества «Роболатория» открылось производство средств индивидуальной защиты. Здесь начали выпуск масок и защитных экранов. Для производства этой востребованной сегодня продукции используется оборудование для 3D-печати, лазерной резки и фрезеровки. Сегодня в Московской области действует 18 центров молодежного инновационного творчества. В 2020 году на их развитие предусмотрено выделение 28 миллионов рублей.